Всем привет! Сегодня у меня с прицепом произошла такая неприятность. Катался на снегоходе, приехал из леса и офигел. У меня тент ветром сняло. Я вставлю, конечно, видео. Я там снимал с телефона, но звука не будет, потому что там просто одни маты были. Я и так уставший, и пришлось еще тент натягивать. Ну, сейчас я подуспокоился, проанализировал немножко в голове. Ну, были мои ошибки. Я не затентовал заднюю вот эту стенку. Я снегоход выгнал, так прицеп оставил. И уехал так. Вот эти штуки были растентованы. Низ был растентован. В общем, ничего тут было не зацеплено. Дунул ветер. И он как раз... Я когда уезжал на снегоходе, было тихо, ветра вообще не было. Потом поднялся ветер. Ну, довольно-таки быстро, может быть, там за час. И ветер как раз в неудачную сторону, то есть стало задувать туда вот прямо в прицеп сам. Ну, в общем-то, мороз был на улице, градусов 15, в общем-то, порвало резинку вот здесь. И порвало резинку где-то вот здесь, вот на узелок я завязывал. И, в общем-то, весь тент улетел в сторону машины, его содрало просто левую сторону полностью всю. Правую сторону... сорвало вот до этого места, то есть вот это место удержалась резинка, и его вот так весь вывернуло туда на машину и положило. Плюс мороз, он застывший. Я когда приехал, просто охерел. Мне пришлось вот туда целиком наверх залезать и уже его натягивать. Он дубовый на морозе, плюс он скользкий, он обмерзший. Блин, короче, я всех вспомнил, был сильно недоволен. Ну, с этого можно какие сделать выводы? То, что резинки вот эти на морозе себя ведут не очень. То есть с ними надо быть аккуратно. Они рвутся, очень прям дубовые такие становятся. Следующее, что если уезжаете, обязательно надо затентовывать зад прицепа. Обязательно затентовывать, чтобы туда не задувало. И вот эти резинки обязательно все сюда застегивать. Вот, ну а так, видео вставлю. Короче, вернулся с лесу. Дунул ветер, блядь, мой прицеп. Тент снялся. Как так? Как мне сейчас его обратно тянуть? Блядь, мороз. Он замерз, колом стоит весь. Сука. Как так-то? Весь снялся, блядь, вот начинаю. Как так-то? Короче, победил. На морозе вот эти все резинки задубели. Тут порвалась резинка. Тут порвалась резинка. И, короче, его ветром завернуло вот так вот через верх. Лазил как сайгак наверх. Он замерз, он жесткий. Сейчас на улице где-то градусов 15, мороза. Фу, короче, я в шоке, нахуй. Загнал снегоход, весь мокрый, блядь. Простыть еще не хватало. Ну, короче, не ожидал я такого подвоха, так что будьте внимательны.